Госсуд Киева обязал Минкульт отдать акции гостиницы «Экран» в собственность частного акционерного общества «Одесская киностудия». Такое решение Фемида приняла в ответ на иск киностудии, которая потребовала конфисковать у государства акции предприятия на сумму более чем 7 миллионов гривен. Это около 12% от общей стоимости акций студии. Решение пока не вступило в силу, так как у Минкульта есть возможность подать апелляцию, но уже всколыхнула общественность. По словам директора киностудии, доля государства в уставном фонде из-за этого не сократится и контрольный пакет акций государства не потеряет. Частина неоплаченных акций на сумму понад 7 миллионов будут находиться на рахунку киностудии до тех пор, пока держава выполнит свой обов'язок по оплате акций. Они не належатимуть жодному з акціонерів. Вони будуть в нас. До моменту, поки буде вирішено акціонерами питання про оплату акций чи інші заходи. Гильдии кинематографистов считают, что суд принял одностороннее решение и не учел многие нюансы. Не были учтены судом те моменты, что общежитие расположено на земле коммунальной собственности территориальной громады города Одессы. То есть здесь нужно было привлекать к данному судебному спору еще и Одесский городской совет. Не были учтены нормы целостного имущественного комплекса. Дело в том, что при акционировании студии государство в качестве своего вклада в уставной фонд внесло здания, которые принадлежали киностудии. В том числе и недостроенную гостиницу «Экран», общежитие для сотрудников киностудии и приглашенных звезд. Все это оценили в 31 миллион гривен. По условиям приватизации это половина уставного фонда акционерного общества. Общежитие же оценили более чем в 7 миллионов гривен. Вопреки этому в 2012 году окружной админсуд Киева признал, что государство не имело права передавать частникам здание общежития. Таким образом, «Экран» вывели из собственности частников.